В научной библиотеке имени Лобачевского Казанского университета открылась выставка Республики Татарстан «Единство народа. Многообразие языков и культур», посвященная Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан. Выставка открылась накануне Международного дня родных языков, который отмечается 21 февраля. Здесь представлена литература и плакаты, в которых отражена дружба народов на территории нашей республики. Впервые на выставке представлены плакаты на удмуртском, марийском, чувашском, башкирском языках. Мы специально начинаем рассказ с плакатов, которые создавались в первые годы создания нашей республики, потому что в Казани, где очень давняя типографская традиция издательская, здесь стали выпускать плакаты. До 1926 года татары использовали арабскую письменность, после чего Еналиф, новый алфавит, на основе латиницы заменил привычную письменность, но с добавлением новых звуков. Такой прекрасный плакат, где представлен весь алфавит латинский с указанием дополнительных букв, которые приближены к близким по звучанию. Латинская графика использовалась не только для татарского, но и для башкирского, чувашского и марийского языка. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универньюз.